Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время говорим о текущих ситуации, текущей ситуации на финансовых площадках. Тема программы «Российский рынок акций в ожидании очередного заседания Федрезерва». Ну, знак вопроса я поставлю. В ожидании чего? Ну, например, очередного заседания Федрезерва. Вот об этом мы сегодня говорим, но ну, об этом и не только, как всегда. Я представляю гостей в студии «Сухого остатка» сегодня Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в Брокерском доме «Открытие». Добрый день, Алексей. Добрый день. И в студии Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефон студии прямого эфира 65 10 99 6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Начиная традиционно сухой остаток, мы смотрим, что происходит сейчас на финансовых рынках. 15.05 в Москве, итак, картина маслом. А, начнем с пятничного закрытия, оптимистичного закрытия. Американцы прибавили, прибавили, значит, Dow Jones 1,3%, S&P 1,2%. и процента. Ну, в общем, в позитиве закрылись американские площадки. Фьючерс на S&P тоже сейчас в небольшом плюсе. Три процента. В общем, все хорошо. Азия. Ну, прежде всего, Никей. Почти пять процентов сделал сегодня уже в понедельник на торговой сессии. Четыре и девять Тринадцать пятьсот четырнадцать его текущая котировка. Шанхай, напротив, упал почти на полтора процента. И в этом, наверное, тоже есть сермяжная правда жизни. Статистика из Китая продолжает, да, не особенно, точнее, продолжает не особенно радовать инвесторов, видимо, в этом проблема. Ну, здорово, разнонаправленная такая динамика, очевидно. Так, и Европа. Фудси 100, ну, в легком таком символическом минусе 0,08%. Так, а у нас уже, вот, а у нас уже РТС в минус ушел. Вроде позитивно сегодня, да, мы открывались, и, так сказать, какая-то была... Надежда, но вот, к сожалению, индекс РТС уже 0,2%, теряет по сравнению с пятничным закрытием 1310, МВВ пока еще, ну, уже в символическом плюсе 0,04%, 1344. Рубль продолжает сдавать, дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки бренд» 104, уверенно стоит она выше 100 долларов, 104. За бочку золота 1380 за унцию и евро-доллар 1.3217 после э, прошлой недели, да, после четверга, наверное, и пятницы в том числе 1.33 укололи и вроде бы коррекция какая-то наметилась. Доллар-иена опять, опять, э, собственно, растет и, и это логично, да, выходить. Выходи, хорошая коррекция была просто, вот если говорить о, о прошлой неделе. Далее смотрим на набор голубых фишек, разнонаправленные они сегодня. И, 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 и. Полтора процента рост нефти, рост полтора процента прибавляют. Теряет Северсталь два с половиной процента, ВТБ полпроцента растет. В общем, все это как-то так неубедительно. Вот заулыбались в очередной раз мои коллеги. Ну, действительно, неубедительно. Что там, приходится признать, неубедительно все это дело. И так уже давно. И так уже давно, да. Никак нас никто не может убедить. Второй вопрос в чем? Так вот, мы, значит, вернемся к теме и по поводу ожидания заседания Федрезерва, которое на следующей неделе теперь у нас уже будет. Я, с вашего позволения, вернусь. Значит, прошлая неделя, прошлая неделя была тоже наполнена важной статистикой макроэкономической, да, важными ожиданиями, и вот вокруг их в основном, да, какие-то там события, движения какие-то происходили. Если все-таки вернуться к пятнице, как минимум, Леша, вот эта вот статистика по рынку труда, что она в результате, да? оправдала ожидания, не оправдала ожидания, да? хорошая, плохая, это непонятно абсолютно, несмотря на то, что вот все-таки американцы закрылись позитивно. Ну, если говорить конкретно про статистику, мне кажется, она, в общем-то, скорее была нейтральная, то есть там безработица чуть выросла, но uh -huh. безработица там довольно хитрые в Америке показатели, и тут на него так слепо не стоит обращать внимание. Вот, собственно говоря. Но... Безработица сам сам вот этот параметр, да, уровень безработицы. Уровень безработицы, который... да. Там У -у -у. просто при его расчете не учитываются те люди, которые работу не ищут. Uh -huh. То есть, грубо говоря, в какой-то момент многие люди отчаялись и не выходят на рынок труда, то есть они, как бы, не относятся к разряду рабочей силы и в этом пока не учитываются. Uh -huh. Вот, то есть, ну, вот, как бы так, забавно, но тем не менее, так оно и есть. Поэтому там, на мой взгляд, более важные цифры это вот цифры по созданию новых рабочих мест. Они вышли чуть лучше ожиданий, хотя и предыдущие там были чуть пересмотрены хуже. Ну, то есть, в целом, как бы так, все довольно нейтрально. Такой мощный отскок как бы не знаю то есть я скорее тоже там к разряду спекулятивного наверное, движения мог бы его отнести потому угу. что ну отскок ты имеешь в американский да да ну американский там и там Европа тоже сразу там, за ними подтянулась хотя угу, и угу. в целом плюсовала в течение дня Поэтому, то есть, не знаю, может быть, все боялись, что, что статистика будет очень хорошей, там, uh -huh. но тоже это уже такие рассуждения на уровне высасывания из пальцев, uh -huh. сложно сказать, то есть, по характеру статистики, по масштабам движения, то есть, ну, мне не кажется, что оно стало следствием. Вот, собственно говоря, вообще все вот эти вот там разговоры там о том, что и 3 может внезапно-то да, они, в общем-то, фактически, наверное, начались после того, как были опубликованы минутки предыдущего заседания Федрезерва, ну, там, на пару дней раньше, когда, там, пару, значит, представителей комитета по открытым рынкам высказывались о том, что, в общем-то, есть такая вероятность, что уже в этом году все будут сворачивать. Ну, вот и когда были минутки Апулькова, ну, по крайней мере, там стало понятно, что уже ряд, так сказать, представителей и Федрезерва, они, в общем-то, высказываются за то, что это безобразие, надо потихонечку заканчивать. Вот, ну, собственно, понятно, что, наверное, этот, как бы... Большинство согласится с тем, что там то, что мы видим ну, в первую очередь на американском рынке последние два года, там, а может быть и больше, да, это в общем-то все благодаря исключительно программе количественного смягчения. Это больше. все безобразие. Да, поэтому, собственно говоря, если здесь произойдет разворот обратно, то есть как бы угу. здесь может быть тоже довольно там сильное, скажем так, ну, движение да. вниз, ну вот, собственно. Ну, многие же давно говорили и ждали там коррекции в Америке, что uh -huh, тут хай, перехай там uh -huh. и так далее. Ну, вот, собственно говоря, наверное, сворачивание QE3 там хотя бы постепенно, это может быть там самым мощным здесь ударом. Вот. Ну, ну, поэтому, есть... по поэтому как бы, ну, нервозность объяснима, uh -huh. наверное, да, то, что теперь все ждут заставления Федрезерва тоже понятно, то есть, ну, точнее там. Комментарии, риторику, да, кто за, кто против. Значит. Ну, в принципе, вот это ожидание, да, оно в том же направлении, да, будут сворачивать, не будут сворачивать. Ну, честно говоря... Я вот... имею в виду ожидание ну, вот, если Ну, я думаю, что, скажем так, если в этом году не начнут сворачивать, то в этом году точно скажут о том, что, ну, как сворачивать, не полностью, да, по крайней uh -huh. мере, там, скажем, вполне вероятно, что где-нибудь там осенью, там, ближе к Новому году сократят размер этой программы, просто когда об этом объявят. Вот в чем вопрос. Угу. Вот. Буду сейчас на этом фокусироваться. Может не понял. столь сильно. Вот. Я понял, Дим. А если посмотреть на, наши, на наш рынок, на наши индексы, действительно он ну, в какой-то степени связан с ожиданиями событий за рубежом, или у него какая-то своя идея, он непонятно чего ждет, поэтому так торгуется. Ну, скорее, я думаю, он повторяет а, а, динамику основных развивающихся рынков угу. своих коллег по БРИК. И Бразилия, и Китай, в общем-то, упали с начала года, как и мы. Конечно, не в той степени, как и мы, но показывают отрицательное значение. Uh -huh. Поэтому скорее мы идем в противоходе с основными развитыми рынками. И, в общем-то, вот этот вот разрыв, он а, начался еще в, а, в середине прошлого года. И а, продолжался практически а, все Весь второй полугодие прошлое, и было ожидание, что он будет сокращаться хотя бы в этом, uh -huh. а, в этом году. Но этого не произошло, и разрыв еще больше а, заставит, если uh -huh. мы посмотрим по индексу MSCI. А, Развивающихся рынком он минус 2%, а, а, вернее, минус 6%, а MSCI, world индекс плюс 2%. Uh -huh. То есть мы видим, что а, мировой индекс вытащен, вытаскивается за счет именно развитых рынков. Поэтому, думаю, что скорее мы живем в большей степени с оглядкой именно на развивающиеся рынки. Не нижние, mm -hmm. на развитые То есть рынки. нам вот эта вот история с QE3 она не так интересна все-таки, да? не так актуальна? Я думаю, она актуальна. актуальна, но в меньшей степени актуальна, чем для развитых рынков. Mm -hmm. Все-таки мы живем своей жизнью, у нас свои проблемы, у нас... Uh, скажем, свои факторы, которые влияют на спрос и предложение, uh -huh. uh, конечно, мы в значительной степени зависим от uh, uh, глобальных инвесторов, uh -huh. для которых развитые рынки — основные рынки. Но, что же, время, аппетит к риску на сегодняшний день, uh, и спрос на именно активы на рисковых рынках достаточно умеренный, uh -huh. как мы видим. Притока новых денег в общем-то не, не происходит. Uh -huh. И в этом смысле мы Конечно, отстаем. Вот смотрите, о факторах заговорили: да, фактор высокой, ну, относительно или стабильной цены на нефть, он уже не учитывается да, российскими игроками, Леша. Нет, ну почему? Учитывается. Отчасти. Ну, не, нефть стоит, стоит отча, нормально, отча... а мы падаем. Ну, как нормально. Была и нормальная, как говорится. Понимаете, то есть там, да, с точки зрения российской экономики, да, то есть нам уже просто дорогой нефть недостаточно. Она должна быть не дорогой, а дорожающей угу. все время. Этого не происходит два года. Ну вот, собственно говоря, где мы, где наша экономика, в общем, -то, угу. все прекрасно понимают. Для рынка, ну да, в общем, нефть, наверное, в меньшей степени уже влияет, то есть скорее там даже, наверное, там может, через переоценку курса угу. через рубль, там вот индекс РТС, МВБ. А -а Леша, извини, пожалуйста, где мы где наша экономика? Об этом поговорим после новостей. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие» и Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Обсуждаем мы ожидания очередного заседания Федрезерва, говорим о российском рынке акций. Собственно, в какой-то степени, может, и не так важны для нас эти ожидания. А что важно для нас? Где мы и где российская экономика? Вот так Алексей Павлов предложил тему для второй части нашего эфира. Давайте об этом поговорим. Где мы? Ну, давайте с этой точки зрения я смотрю на график индекса РТС. Он, кстати, вот Отскочил от уровня 1280, и сейчас формирует двойное основание. Это для любителей технического анализа. А теперь где российская экономика? Смотрите, сегодня заседали, да, заседал Центральный банк Российской Федерации, оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне. На западном фронте без перерыва. Без перерыва, совершенно верно. Вот, 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 вот. При этом я э, ежедневно практически, да, в сухом остатке мы этой темы касаемся. И кстати что мне очень нравится, ну или как минимум выглядит забавно достаточно. Ваши коллеги полярно к этому времени к, к, к этому относятся, да, полярно. То есть кто-то говорит, что ну давно уже надо поднимать, а кто-то говорит не надо ее поднимать и еще долгое время мы этого не увидим. А, вот. а, а, а вообще-то неплохо бы ее опустить. Еще и, да, еще и. Ну, так вот, в конечном итоге, да, заседание Центрального банка, по факту мы с вами вот, уже констатируем, ставка на прежнем уровне. Комментарий я, к сожалению, не читал, может быть, вы что-то интересного там а, сегодня видели, Леша. И вот в продолжении этого разговора перспектива развития российской экономики. Как ты видишь их? Ну, долгосрочный прогноз делать Нет, не, не надо. Неблагодарное не, не дело, да, но сейчас, конечно, наша экономика, к сожалению, в общем-то, находится тоже там на грани стагнации. Поэтому в ближайшие, так сказать, полгода перспектив там радужных не видать. Вот. А, собственно говоря, понимаете, мы тут, опять-таки, если это как-то проецировать на фондовый рынок, понятно, что у нас, в общем, скажем, инвесторы не гораздо там охотнее реагируют на данные по занятости из Америки, чем какие-нибудь показатели безработицы в России. Да, Но конечно. если смотреть, так сказать, более долгосрочно, то, собственно говоря, там традиционные преимущества там, развивающихся рынков над развитыми — это темпы роста, угу. да, там, в том числе экономики различных областей. То есть вы там инвестируете в компанию, понятно, что там выше риски, там, грубо говорят, там менее там, качественное законодательство и так далее, но за счет того, что есть большой потенциал там для развития этих рынков, вот, угу. вы можете там выиграть от роста стоимости. Компании. Потому что это развивающийся да, рынок. Да? Ну, собственно говоря, кому будет интересен развивающийся рынок с темпом роста экономики там 0? Ну или там 2%, скажем, как ну, в Америке. Ну, да, лучше, как да, в Америку, наверное, инвестировать, чем в Россию, собственно. Да. Вот такая, наверное, тоже вот это... Неприятность в этом кроется, собственно говоря. Угу. И такие, как бы мысли мне уже доводилось там видеть ну, с точки зрения. То есть мы, мы теряем свою привлекательность как развивающуюся экономику, потому что наверное, наша экономика перестала расти. Угу. Она, она осталась недоразвитой. Ну, да, и, еще и, при, и при этом не стремится, так сказать, и сокращать гандикап. Да, вот угу. это, как бы, конечно, печально и здесь бы неплохо что-то придумать. Ну, вот по поводу что-то придумать. Дим, смотри-ка, вот эти разговоры вокруг того, что с одной стороны инфляция, да, которую надо держать высокой ставкой, и с другой стороны рецессия, намечающаяся в экономике, собственно, сцилла и харибда, да, если вспоминать мифы Древней Греции, очень сложная задача, видимо, у нашего регулятора, но все-таки он остался приверженцем да, прежней политики сдерживать инфляцию, он решил. И вот э, как ты считаешь, э, насколько это оправдано, во-первых, а во-вторых, вот Леша, я думаю, э, точку зрения то, да, достаточно популярную высказал, что отсутствие экономического роста, ну, конечно, итоге, э, из, даже сдерживание инфляции ничего, в этом, ни, ничего не решит, что называется. Как ты считаешь? Ну, э, э, э. Я, в принципе, согласен с точки зрения, что инфляция в России носит не, не монетарный характер. Uh -huh. То есть главным образом, одним из факторов это тарифы а, естественных монополий. И в целом в этом направлении, а, насколько вот сегодня поступает информация, также а, правительство работает с тем, чтобы ограничить рост а, тариф естественных uh -huh. монополий. А, поэтому это, как бы, а, также а, направление усилий, которое будет сдерживать рост инфляции помимо высоких процентных ставок в целом само по себе процентные ставки не являются неким элементом, который бы существенным образом влиял на вот ту ситуацию, которая есть ну, в, российской в экономике, экономике да. в большей степени нужно посмотреть на доступность кредита для uh -huh. бизнеса, и, безусловно, здесь есть над чем работать. Стоимость кредита достаточно высока, вот. и, собственно, это отражается на достаточно низком уровне инвестиционной активности uh -huh. Uh -huh. и отражается и на остальных факторах. Вот. Поэтому но сама по себе, с моей точки зрения, процентная ставка она в меньшей степени влияет на ситуацию, чем, скажем, в Соединенных Штатах, где mm -hmm. это основной элемент регулирования. Ну, действительно, вот если, если Нет. Не посмотреть, он, инструмент он у нас не, не такой эффективный. Да, даже дело не в этом. То есть здесь можно даже вот так сказать, что uh -huh. как бы, процентная ставка она обычно в другую сторону хорошо работает. То есть, если у вас, там, скажем, перегрев, да. перегрев, и вы ставку повышаете ну, на рынке кредитования, uh -huh. вот а, такое повышение очень хорошо там рубит сразу кредитную активность. Uh -huh. А вот обратно, как бы, совсем не факт. Там может до нуля опустить, но если есть там другие условия, да, то есть, понимаете, там, ну, грубо говоря, в то время же там по-моему, Греф дал раскладку, да, что там, вот там есть там, 6% стоимость пассивов, там, вот там 4% там, маржа банка, uh -huh. вот, и плюс там, 4% за риск. Вот мы там получили там, эти там, 4, 10, 10, да, 10 да. Копейки. Ну, там, я уже там, не готов точно дать цифру, ну, там порядок там... Ну, 10, то есть откуда, 12%, да, откуда, 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 они берут? стоимость? Да, то есть если там, скажем, стоимость пассивов 0, то стоимость риска может, допустим, вырасти с 4 до 10. Потому что риск, который закладывают банки, его закладывают банки, и это у них как бы решение, собственно говоря. Если там операционные издержки, понятно, да, там стоимость пассива тоже, там угу. это, цифры можно взять с рынка, то вот, собственно говоря, по части рисков. Так что, поэтому, безусловно, только снижение ставок, собственно говоря, недостаточно. Но, собственно говоря, держать их высокими тоже большого смысла нет, потому что, в общем-то, абсолютно согласен с Дмитрием. Ну, не то, что у нас там не монетарный характер имеет инфляция. Монетарный, конечно, тоже есть. Но, uh -huh. в общем-то, даже кто-то все время сказал, что у нас как бы нет в стороне инфляции, у нас есть регулируемый подъем цен. Вот если все-таки наконец-то благоразумие возобладает и со следующего года, допустим, решит проиндексировать там тариф на газ и так далее, не на 14%, а на 4%, я думаю, что мы увидим хорошее замедление инфляции. И сразу же попадем в целевые коридоры ЦБ и так далее. И все будет. И можем делать уже да другие шаги. Поэтому в таких условиях, ну, собственно говоря, понятно, там, господин Игнатьев, он, как это правильно сказать, досиживает последний месяц. В ну, своем, видимо, да, в, в, в кабинете, с, да. Смысла уже, не было, да, что Ну, сейчас. собственно говоря, он проводил последовательную политику, он от угу. нее не отказался до конца. В общем, было бы странно ожидать, что он вдруг вот хоп тут и в конце, значит, да, да, пересмотрит свои взгляды, да. Вот с госпожой Набиулиной, у тех, кто за экономический рост, у них как бы связаны большие надежды угу. и есть как раз ожидание того, что все-таки может Центробанк каким-то образом попытаться смягчить, может быть там не через ставки, может быть там, скажем, через там, ну грубо говоря, ослабление рубля, угу. то есть расширение, там, скажем, вот этих вот коридоров присутствия Центробанка, да, поскольку все-таки есть последить там последние годы рубль в реальном выражении он действительно укрепляется. Это, как ни крути, это, в общем-то, скорее зло для uh -huh. российской экономики, чем благо. Но понятно, что какие-то вот монетарные вещи здесь необходимо задействовать, потому что, ну, неправильно, очень крепкий рубль и, собственно говоря, высокие ставки, которые тоже не способствуют там, его снижению. Uh -huh. вот, Что-то все-таки надо менять. И, и слепо ориентироваться на инфляцию, особенно на инфляцию в нашей стране, которая действительно, еще раз повторюсь, монетарная только отчасти и от меньшей части. Uh -huh. да, ну, это, наверное, все-таки неправильно. Кстати, вот заговорили о рубле, Дим, смотри, вот, да, э, ну, попытаться, по крайней мере, да, взаимосвязь эту, она очевидна. Э, ждали, не ждали снижения, ну, по факту получили, да, ставку не изменили, это, конечно, сигнал, ну, в большей степени для укрепления рубля, он продолжает падать. Вот э, с этой точки зрения, или высокая цена, цена на нефть, да, это опять сигнал для укрепления, он продолжает слабеть. С этой точки зрения, все-таки это действие или ну, условно говоря, бездействие центрального банка, который пытается да, границы коридора расширить, или просто э, сквозь, пас, сквозь пальца на это дело смотрит, потому что, вот как Леша сказал, может быть, и действительно в этом заинтересован прежде всего да, и регулятор, и экономика в целом, как ты думаешь? Ну, то, что вот, э, девальвация более ускоренная последних дней, угу. э, в том числе, э, стала результатом того, что Центробанк в меньшей степени регулирует этот процесс, угу. я думаю, что это так. Угу. Вот, он в меньшей степени в, 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 кстати, проводит интервенции. Ну, то есть он и, сознательно идет на это, да? Э, д -д думаю, что да. И, э, в этом есть определенная доля. Но, безусловно, э, если говорить по трендам, то э, у нас очень похожий текущий год на прошлый, в плане того что и в мае и в июне мы видели и в общем серьезное снижение рынка фондового и в то же время также мы видели достаточно а, серьезное обесценение а, рубля uh -huh. а, в, потом ну, в, во втором полугодии мы увидели укрепление uh -huh. вот не исключено что вот при тех факторах вот которые ты перечислил uh -huh. и цены на нефть и а, процентная ставка в общем-то а, это окажет поддержку а, рублю uh -huh в целом, она может несколько укрепиться. Угу. Ну, если говорить прямо да, о текущих, ну, 30, выше 32 он стоит, там, условно говоря, 32, 60, есть куда ему еще сходить, если смотреть просто на какие-то уровни. Не, — ну, ну, Нет, ну, на самом деле, угу. вот, очень хороший параллель, действительно, прошлый год, все более-менее падает, но единственное, что там, как бы, рынок там был, там, на 150 пунктов пониже, угу. вот, собственно говоря, нефть там в моменте прокалывали там почти до 90, угу. да? ну, и, как бы, рубль там был-то 34, скажем. Yeah. Поэтому, в принципе, 32,4 сейчас, ну, ничего такого, ну, так сказать, если ориентируемся мы на вот эти, на макроэкономические цифры, да, там, скажем, uh -huh. состояние нашего рынка, там, состояние нефти, ничего там удивительного нет. То есть, в принципе, если чуть ситуация хуже мы можем пониже сходить, но вряд ли мы там останемся навсегда. Uh -huh за 3-4 рубля за доллар. Ну всегда, да, я думаю, что вряд ли. Ну то есть, если сравнивать, да, вот несколько поставить активов, их динамику в прошлом году, их динамику сейчас и более-менее они коррелируются, да, более-менее. Да, то есть все абсолютно как бы укладывается, то есть очень похожа картина, да, то есть мы как бы сейчас чуть чуть получше нефть, грубо говоря, чуть получше рынок и чуть получше рубль. То есть а в целом как бы мне кажется все вполне укладывается в рамках того, что мы уже видели. Ну, и, и, и тем не менее, вот э, точка зрения центрального банка, на твой взгляд, все же она какова? Он ратует за ослабление, ну, то есть, или каким-то э, э, невмешательством своим, ну, и, да, каким-то образом. Ну, сейчас просто сложно сказать, смена власти это, День... в общем-то, без власти. То есть, э, Господин Игнатьев, в общем-то, однозначно вот, был, в первую очередь, там, за жесткую монетарную политику, uh -huh. и там все остальное уже вторично, да, вот э, посмотрим, какую будет проводить новую политику СБ, потому что, ну, вот, наверное, в текущий момент там. Какой-то политики у нее нет. То есть вот сейчас одна политика закончилась, угу. будет там другая. Через месяц начнется другая. Вот, посмотрим. Да, опять-таки повторюсь, многие, в том числе я, ждем, что там будет как бы более дружественная политика э, с точки зрения процентных ставок. Значит, может быть, и рубль будет послабее, и ставки пониже. Да, ну хорошо, поживем-увидим. Сейчас с новости на Финам-ФМ. Слушаем, потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, продолжим сухой остаток. Продолжим наш эфир. Сухой остаток на Финам ФМ. Еще раз напомню, мы сегодня обсуждаем российский рынок акций с спектре ожидания очередного заседания Федрезерва. Ну и не только с этой точки зрения. Пытаемся понять, да, какая динамика. Какая дина... на что можно надеяться, глядя на российский рынок акций. Заулыбались мои гости. Напомню, сегодня в студии Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в Брокерском доме открытия, и Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Уважаемые слушатели, телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, звоните, пишите, спрашивайте. Ну и все-таки о российском рынке, Леш. Первый вопрос, может быть, даже не точечный, а летние месяцы традиционно это время да, ну, летних отпусков это время время коррекции время у нас коррекция с апреля началась лето да пик и достигает пика летом такое да неожиданное лето просто так вот это время отпусков время так сказать спада активности время да каких-то может быть вяло-вяло, а да, вяло-вяло происходящих событий. Вот это лето будет, не будет отличаться, да, от множества других. Как ты думаешь? Сложно сказать. Вот если это перипетии там скуитри, угу. с чего мы начали разговор, да, тут все начнется, то очень может быть. Ну то есть как бы лето, конечно лето, извините, но когда в Америке рейтинги понижали, то есть мы в стране не остались. А, да. Но ну, это, вот. да, да? Это, это было в августе какого-то, 11-го, года. Да, это было в августе 11-го года. Ну, тоже как бы летом вроде бы. Активность uh -huh. небольшая, но какие-то, конечно, там, скажем так, глобальные вызовы. Мы будем реагировать с достоинством. Mm -hmm. <с Падать будем <с, <Legacy> с, <с, <intensifies> <рис perfect> yeah. с достоинством. да, Глубоко и решительно. Я понял тебя. Так, ну хорошо, и тогда, если можно, давайте оценим текущую динамику уже с точки зрения каких-то конкретных бумаг, может быть, если вообще они интересны. Ну, в частности сегодня вот основной из идей, наверное, да, или из, из, из инновационных поводов это отчет Магнита, который вновь показал приличные цифры, да, и вот аналитики пишут, что э, несмотря на динамику текущую, у него еще есть запас, есть потенциал. Вот такая вот история. Ну, не знаю, насчет потенциала. Uh -huh. ну, собственно говоря, тут магнит радовал уже очень давно, мне кажется, все-таки там компании uh -huh. роничная торговля, там спи, там больше 30, да, это, в общем-то. Уже ненормально. Это уже.com бабл. Вот. Это там те мультипликаторы, с которыми он торгует сейчас, это уже скорее, конечно, интернет-компания. Ну, безусловно, то есть, как бы, то, то есть, ну, во-первых, там были, да, технические моменты, это там увеличение веса в индекс MSCI, да. То есть, во-вторых, действительно, ну, это компания, которая там растет сумасшедшими темпами, да, даже сейчас, когда там X5 задохнулась, захлебнулась. Ну, забил он ее в, просто в своем забил, росте, Да, запинал. он их, в общем-то, не трогал. Они в разных регионах соревновались. То есть, да, то есть, Магнит, даже ну, то есть, стратегия компании изначально была сделана ставка на регионы. Они uh -huh. там никогда даже не лезли в, в, в эти, в общем, самые доходные там рынки Москвы uh -huh. и Санкт-Петербурга. Uh -huh. Может, стоит, наверное, в Москве, там, сколько их там, штуки, три, может, магнит, если есть еще. Я, честно говоря, да, я раньше, так проезжая мимо, встречал, как-то это название, а сейчас давно оно имеет. Ну, поэтому, как бы, это не их история, у них другая история. Это ставка на регион, ставка на органический рост. Ну, в общем-то, видимо, и талант господина Галлевского, он, в общем-то, имеет место быть, да. Поэтому вот компания, даже в худшие времена, там. Смотрите, там, uh -huh. когда у нас уже никто такими темпами стабильно, так стабильно, конечно, не растет. Не растет Поэтому, да, да. безусловно, тут, ну, первое, что обращает внимание, да, то есть, просто был уже очень сильный рост. Наверное, я не уверен, что с этих уровней мы пойдем так же стремительно да, дальше. Да, потому да. что, например, был период у магнита, он там очень хорошо рос, прям линейный рост, там, вот, там, грубо говоря, кризиса с начала 2009 -го года до начала 2011, потом одиннадцатый-12 фактически был застой. Там был такой широкий боковик, там uh -huh. даже была неплохая коррекция в этих бумагах. И uh -huh. вот с конца 2012 года, вот здесь полгода опять бумага очень сильно дорожает. Но фактически там очень много всего заложено, опять-таки, в целом, да, то есть все эти темпы роста. Поэтому, если, там, не дай бог, магнит начнет сбоить, чего пока он не делает, uh -huh. да, и темпы роста свои там 30 плюс держит, то тут вообще уже может быть какая-то более масштабная фиксация прибыли. Но в любом случае, мне кажется, вот эти там уровни, которые он достиг, там 7, 7 500, uh -huh. вот, моменте, это все-таки, наверное, для бумажки предел. Ну и потом, да, даже если просто смотреть на цену, ну невозможно, да? цена все время дорожает, дорожает, дорожает бесконечно, так ну, конечно, происходить да. не может. Так, да. Там, да. Деревья до небес не растут. Вот, это, известно. Да. Значит, если ну не точечно, может быть, по отраслям, если посмотреть на российский рынок, вот в это относительно спокойное, да, безыдейное время летнее, ну и так далее, как угодно ему называть, все-таки что-то может быть интересного. Или или ты посоветуешь всем слушателям, да, и нам с Алексеем воздержаться от активной работы летом, да, заняться дачей в конце концов Точки сажать и, и так далее. А, ну а, действительно, вот ряд секторов а, действительно интересные Были и портфельным инвесторам, и а, явно опережают а, своих конкурентов, uh -huh. да. Uh -huh. Прежде всего, конечно, это потребительский сектор, да, но а, его можно назвать одним из наиболее рыночных. А, вот здесь мы видим, что ну, там на трех, по статистике, на трех основных, а, основные компании приходится всего 12 процентов оборота то есть uh -huh. она наиболее крупной компании 10 там по-моему uh -huh. а, порядка 19 то есть меньше 20 процентов то есть а, а, есть куда расти то есть есть возможности не занятые uh -huh. ниши, есть куда расти и собственно это в общем то нравится инвесторам нравится портфельщикам а, сектор наиболее рыночный uh -huh. Поэтому э, 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 позитивно также рассматривают на банковский сектор. Uh -huh. да. Прошлый год был для банковского сектора очень хороший. Да, рекордная прибыль была. Порядка триллиона рублей по банковскому сектору за абсолютный рекорд за последние годы, uh -huh. также за счет хорошей маржи, за счет разницы в маржинальной доходности. И, в общем-то, также мы видим рынок, это оценивал в uh -huh. примере хорошей динамики Сбербанка, прежде всего как лидера. В вот. последнее время мы увидели некоторые снижения маржинальности в банковском секторе связано, в том числе и со снижением темпов роста потребительского кредитования. А, но тем не менее сектор также, в общем -то, был на у инвесторов и, в общем-то, он показывал перформанс лучше, чем uh -huh. а, аутсайдеры, да, откровенно, электроэнергетика, да, и металлургия. Uh -huh. uh -huh. Нефтегазовый сектор также где-то был на уровне рынка, но в целом, в общем-то, после дивидендной идеи там продолжилось снижение, как мы видим в общем-то негативный факторы давят uh -huh. секторы не дают ему в общем раскрыть вот тот саб-сайт, который есть в целом как я уже говорил я думаю что вот текущий год очень похож на прошлый в плане динамики мы uh -huh. видели в прошлом году примерно в это же время где-то вот второй квартал в двойное дно Uh -huh. и потом где-то до сентября был uh, отскок. Uh -huh. И в целом, я думаю, что вот комплекс факторов, если не будет каких-то серьезных негативных uh -huh. или позитивных, в целом мы также должны нарисовать вот двойное дно ну, и немножко отскочить. Uh -huh. Но, э, Это все вот в, да, в течение ну, ну, вот лета. Думаю, что лет, если не будет каких-то серьезных негативных или uh -huh. позитивных ну, факторов, да, о понял. которых мы говорили, да, uh -huh. э, то в целом э, вот, нейтральный будет такой фон. Да, то я думаю, что мы должны подрастать. Вот, ну, просто на э, том, что он, в общем-то, рынок выглядит перепроданным по многим uh -huh. э, позициям. Uh -huh. ага. Я понял. Леш, смотри-ка, вот э, Дима заговорил uh -huh. о электроэнергетике, да, uh -huh. ну не будем uh -huh. ее трогать, о металлургии. Опять-таки, вот статистика из Китая не радует никак. Да что вообще может металлургов поддержать, как ты думаешь? Спрос, Спрос и цены. Хорошо. <см�> <см�> <Вот>. <см�> Смотрите, <см�> ну там, не знаю, там, наверное, там наиболее наглядный пример цены на каксующий уголь в Австралии. Uh -huh. Там снижаются. В Австралии там в первом квартале ниже, чем в четвертом, во втором еще ниже, чем в первом, то есть. И пределов этого не видно пока. Ну, пределы, наверное, где-то все-таки есть, но факт в том, что цены очень низкие. Там, смотрите, там на отчетность наших металлургов, они сейчас работают там с маржой по EBITDA, ну, 10 с копейками. Uh -huh. вот, ну, там, феноменально низкие, да, то есть там в золотые годы там Валипис больше 30 давал на гора. Поэтому понятно, что просто ценовая конъюнктура такова, что, ну, вот... Не убыток, конечно, но фактически там uh -huh. компания работает там близко к нулю, да, если там еще что-то надо на кап затраты какие-то, это что, просто ценовая конъюнктура, которая является, собственно, проекцией спроса, да, она сейчас слабенькая. Поэтому вот, я не думаю, что здесь что-то может быстро измениться, да, то есть экономика пусть то Китай, там, Европа или Россия, она быстро не заведется, потому что, в общем-то, она сама по себе эта вещь довольно инертная. Им uh -huh. вот, этого надо понять, что сейчас будет вот на фоне, так сказать, низких цен и там, переизбытка предложения над спросом некой там, скажем, оптимизации там, да, там продуктовой линейки, вот там, не знаю, там, на Валипис там печи останавливать, ну, mm -hmm. то есть вначале, ну, то есть начинается долгий процесс, там на рынке будет достигнут баланс, потом начнет останавливаться, наверное, экономика, то есть, я как-то вот не вижу, что вот так вот сейчас хоп, и наши металлурги пойдут расти. Резко mm -hmm. причем, mm -hmm. да, то Есть, здесь все должно подравняться, потом должен потихонечку начать спрос наращивать, тогда будет потихоньку расти цены там, на основные их продукцию, mm -hmm. и вот тогда, может быть, след за этим, потому что, ну, реально, то есть, при таких ценах, при таких финансовых показателях, то есть, наши металлурги стоят как бы дорого. Вот, ну, то есть, вы посмотрите просто на мультипликаторы, да, то есть, можно найти значительно дешевле компаний, к примеру, да. Ну, если... Не если... потому, что они плохие, да, то есть, надо... то, есть то есть рассуждать теми категориями, что вот там, значит, Северсталь только что была там 400, а сейчас уже там 200, там 30, да. Угу. Вот, но посмотрите на финансовые показатели, они очень сильно снизились год от года. То есть 400 тогда и 230 60 сейчас, да, то есть сейчас еще дороже получается, если у вас там цены упали в два раза. Да, так, если так, сравнивать. Говоря, это. конечно, и, соответственно, там все финансовые показатели там снизились на, например, такую же величину. Поэтому здесь, к сожалению, такая вот довольно большая проблема вырисовалась. А что касается Китая, то есть тоже есть такое подозрение, что там на пике экономического бума там было очень большое перепроизводство, там, собственно, как по стали, так и по алюминию. Uh -huh. Вот, и поэтому сейчас, когда там чуть спрос замедляется, понимаете, он там чуть-чуть замедляется, но в абсолютных цифрах как бы это довольно сильно. То есть, опять-таки, там идет перестройка, внутренний рынок перенасыщен. Вот. Там, конечно, тоже там, менее эффективные закрываются, там более эффективные там, продолжают, так сказать, оптимизировать продуктовую линейку и работать, но mm -hmm. этот процесс там не ежемоментный. То есть, пока вот это все, наверное, не подравняется, то есть я пока как бы, ну, грубо говоря, там до конца года там ничего такого не вижу. То есть, да, там бумаги там волатильные, да, там они в моменте могут на 10 отскочить. Угу. Вот Это... Типа мечело в пятницу, да, 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 да понятно, да. что там. А может, могут два дня по 10 сделать. Но глобально, то есть, там. Чтобы говорить, больш... да, большого роста о наверное не будет, говорит, да, вообще. то есть, потому что, к сожалению, для металлургов вот именно фундаментальная картинка она там сейчас не очень красивая, да, угу. и пока не видно, когда она начнет улучшаться. Ну, кстати, вот для того, чтобы она улучшалась, да, мы все-таки преимущественно смотрим на Китай, мы смотрим на Европу, да, как на основные рынки сбыта, да, Дима? Ну, плюс Россия, соответственно. Плюс ну, Россия внутренний, внутренний рынок, ну, для, uh -huh. скажем так, в среднем по больнице, это там, минимум 50%, процентов. А у нас внутренний рынок тоже стагнирует. Uh -huh. Экономика встала, вот. Ну, да, сюрприз. Инвестиции в основные фонды, практически там чуть больше нуля, там, uh -huh. или около нуля. Uh -huh. вот, и против 7-8%, то, что было год даже назад. Мы видим сужающий спрос. И еще момент, смотрите, вот по поводу продолжающегося оттока капитала. Вот эти деньги, их можно каким-то образом, ну, если не, сдел... если не вернуть, то есть держать этот отток, Леша? Ну, давайте только вначале, о каком оттоке мы говорим. Очень много всяких оттоков. Угу. Есть спекулятивные оттоки, есть фундаментальные. Вот тот отток, допустим, который дает ЦБ, ну здесь тоже как бы на него слепо нельзя ориентироваться, uh -huh. там довольно хитрый показатель, он э, скорее говорит не о том, что у нас там деньги убегают из страны, а скорее говорит о том, что э, у нас в стране просто нет, скажем, достаточно инвестиционных возможностей. Чтобы эти деньги Ну, да, типичная там, структура владения применить. крупным российским бизнесом, uh -huh. да, то есть он, им, им владеют некие офшорные структуры, у которых там уже есть конечный владельцы, то есть деньги уходят туда и просто назад они могут не приходить в моменте, потому что там экономика не растет, нет инвестиционных проектов там, ну, и так да, далее, да. да, вот, то есть э, как бы, они, в принципе, готовы вернуться. Да, для этого даже точки да, роста, совершенно да. роста. Так, мы еще раз прервемся, сейчас новости на Финам ФМ и потом уже продолжим. Итак, друзья мои, сухой остаток на ФИНАМ ФМ. Мы продолжаем наш эфир. Последние 12 минут мы говорим сегодня о российском рынке акций, о российской экономике и, собственно, вспоминали о заседании Федрезерва на следующей неделе. Вот это ожидание формирует какое-то, наверное, отношение к текущей динамике. Давайте вернемся. И Леш, вот прервал я тебя интересные мысли очень, да, по поводу того, что, отток капитал, что за отток капитал, спекулятивный, да, или там фундаментальный. Вроде бы деньги бы, да, и готовы бы сюда прийти, но не видят а, точек приложения. Вот об этом, если можно, поподробнее немножко расскажем. Нет, ну, да, в общем, то есть э, нас все время пугает там Минфин, там, некими цифрами, да, которые, в общем там... Но они выглядят так серьезно, Ну, серьезно, они выглядят, серьезно конечно, да, да но, ну, по сути говоря, то есть, э, там... Может быть, во многом, скажем так... Грубо говоря, стандартная проблема развивающейся экономики, в которой есть много денег. Ага, вот. ага, ага. То есть, собственно говоря, как только подорожала нефть, вот, Россия стала очень богатой страной, но поскольку, собственно говоря, там точек роста все равно не так много, даже когда мы росли. То есть, то есть ну, наша экономика там не способна в любом случае переварить на момент на все эти средства. Они все равно куда-то уходить. Ну, то есть, под... ну, это нормально. Да, ну, Газпром же там, да, там, господин Миллер не будет, миллиарды газа, нефти, долларов там, да, там матра зашивать. Понятное дело, что там все делалось несколько иначе. Да, но как бы не стоит смотреть на эти деньги там, как на деньги, которые там ушли, никогда не вернутся. Да, пожалуйста, не в этом мне кажется проблема. Поэтому вот... Не это есть корень зла, uh -huh, это, да, uh -huh. это скорее следствие, да, и причем следствие не только экономического замедления, но и в целом структуру нашей экономики, uh -huh. что вот есть там некий дисбаланс, где-то много денег, где-то поменьше, вот, собственно, просто задача такая стратегическая, это так распределить, чтобы они, там, скажем, богатые инвестировали туда, где их мало денег этих, uh -huh. ну, грубо, если что uh -huh. всем говорить. Вот и все. Я понял. Я понял. То есть, Дим, смотри, вот с точки зрения инвестиционной привлекательности, да, все-таки об этом, да, в том числе сейчас шла речь, Леша об этом говорил, вот с точки зрения инвестиционной привлекательности, действительно, мы многократно повторяли, что такое, да, инвестор, да, он, если он видит возможность заработать, он, наверное, да, в какой-то степени закроет глаза и на политические риски, и на сопутствующие какие-то проблемы, там, да, сложности инфраструктурные. Но он, он оценит соотношение доход-риска. Соотношение доход-риска, и конечно, и, и скажет: "Ты знаешь, я решение. вот готов, потому что там есть потому там, что там и в Гон... сулит". Извините, и в Гондурас инвестируют. Совершенно верно. Если есть Серьезно? возможность сорвать куш. Не ту страну назвали. Так вот с этой точки зрения, инвестиционная привлекательность, Дим, на твой взгляд, вот она станет убедительным для иностранного инвестора, да, ну после каких действий здесь внутри России? Ну то есть что в, в первую очередь, да, на твой взгляд нужно было изменить бы? Ну, я думаю, что здесь как-то комплексно надо подходить. Вот. если смотреть рейтинги, то mm -hmm. у нас есть по многим позициям, к сожалению, мы опускались в последние годы. И в общем-то, если и это и уровень коррупции, и uh -huh. прозрачности, и, а, и есть рейтинг а, уровня сев, легкости ведения бизнеса также. Uh -huh. а, поэтому я думаю, что вот меры, которые направлены именно на поднятие этих рейтингов, они, собственно, в комплексе и дадут некий положительный эффект. Но, безусловно, это, а, эти меры нужно а, на уровне правительства принимать, на уровне uh -huh. а, высшей власти. А, ситуация, в общем-то, стала улучшаться. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. На уровне правительства, на уровне высшей власти. Ну, конечно. Все в их руках, собственно говоря. Так, хорошо. Все в их руках. Что в наших руках? Давайте посмотрим еще. Итак, если, значит, на ближайшее время мы с вами рассматриваем инсонные идеи на российском рынке, давайте прям еще раз точечно, что называется, взглянем на вещи. Так, значит, я напомню, что продолжается разнонаправленное движение на российском рынке. И в основном уже, наверное, можно говорить, да, в основном уже можно говорить об отрицательной динамике. 0,6% на этот момент уже теряет РТС, 0,2% ММВБ. В общем, в отрицательную территорию вошли. И все окрашивается красным цветом. А, сектор банковский, да, Дима об этом говорил. Леш, как ты оцениваешь банковский сектор? Ну, наверное, о секторе слишком громко, да? Не, в перспективе... Сбербанка. Да, у нас, в общем. Большого есть, зеленого друг у друга. Вот именно, да. Таких более-менее ликвидных, там, 4, по-моему, торгующийся банк. Ну, uh -huh. на самом деле, чуть побольше. Uh -huh. да. Нет, ну, на самом деле, давайте, если про банковский сектор говорить, да, то понятно, что, в общем-то, этот год будет сложнее для него, чем предыдущий. Все-таки, явно было там и потреб кредитования перегрето, и там плюс 40% в год, как бы это много, uh -huh. темпа роста. И плюс, собственно говоря, на фоне экономической стагнации будет и кредитование и бизнеса тоже, в общем-то, потихонечку замирать. То есть, конечно, да, даже только с этой точки зрения, это плохо. Вот, собственно говоря, для всех по-разному. Но тем не менее, то есть, поэтому вот с этой точки зрения, хотя, конечно, не думаю я, да, там, что ситуация очень сильно ухудшится, да, то есть, это, скорее такой некий вектор, да, вот в этом году. Там, первое полугодие будет. Скажем, а смотри, так. если вспомнить. О глобальных каких-то ожиданиях, вот, ну, э, потрясениях на финансовых рынках, там, американская коррекция. Все-таки, да, если э, эти движения будут достаточно серьезные, в первую очередь и банковский сектор, наверное, да, будет подвержен риску снижения, я имею в виду. Нет, ну, если мы говорим про акции, то здесь, я бы сказал, наверное, основному риску будет подвержен Сбербанк, собственно, потому что фактически там можно написать индекс МВБ Сбербанк, между ними поставить равно. Ну, то есть, собственно говоря, это там может быть не, не в чистом виде то самая акция ЕС, которая была до да, ночи похожа, да. поэтому просто просто поэтому, да, то есть с точки зрения, конечно, там фундаментальных показателей, то есть наши банки никак не завязаны, ну, потихонечку там начинает уже Сбербанк тоже экспансию проводить. ну, по большому счету все равно, основной бизнес он здесь, uh -huh. он в первую очередь зависит, там, скажем, от здоровья нашей экономики и Поэтому, вот, с этой точки зрения нет. Поэтому, uh -huh. если есть какие-то там будут сильно неадекватно сильные продажи, то это, может быть, наоборот, будет там хорошим моментом для покупок. Поэтому, как бы, Сбербанк по рынку, ВТБ, ну, в общем-то, давно уже стоит ниже Плинтуса. Вот, непонятно, когда он в него залезет. А так вот из банков там средней руки, ну, не знаю, мне вот больше нравится, например, там, Банк Санкт-Петербург. Вот, тоже его очень сильно, так сказать, аванс мы его укатали в прошлом году. Uh -huh. Вот, ну, собственно говоря, там был... Было связано там с его собственной там, корпоративной историей, да, там разорился год назад круп крупный заемщик, там, uh -huh. в общем-то, поэтому с кредитным портфелем были проблемы, резервы росли, но сейчас ситуация изменилась, вот они очень там хорошо, относительно хорошо читались за первый квартал, будет хороший отчет за второй квартал, то есть, вот, как бы, что, что, что касается банков, uh -huh. да. Но ну, опять-таки, да, то есть, если, если мы сейчас говорим о каких-то там менее ликвидных именах, то надо понимать, что если там формировать портфель, это такой там портфель минимум с горизонтом на полгода, да, то есть. Потому что сейчас, наверное, то есть, э, на таком рынке там, угу. если у них есть в долгу, то разумной может быть только там некая среднесрочная стратегия, да, вот, то есть там более активные, скажем так, операции, потому что там, ну, скажем, не знаю, там покупать сейчас там Сбербанк там и так далее, угу. и просто сидеть, ну, не знаю. Сколько пер пережидать. переждать, да, кто-то может и не переждать. Поэтому да, кому-то может не хватить просто. Лучше быть. здесь, да, наверное, <с с сейчас тут работать более активно, а вот там ряд, скажем, там имен второго шлона, может быть, уже можно потихонечку собирать некий долгосрочный портфель, если мы про стратегию говорим. А в принципе, вот если, да, вернуться к разговору о стратегии, в принципе, вот эти стратегии подразумевают, что летом, вот, опять, не сегодняшнее лето конкретно имеется в виду, а такая статистика, что летом, <свят> вот в сезон относительной малой активности, значит, начинает сформироваться портфель. Летом формироваться портфель может знаете, ну я не думаю, что это именно лето, может просто, знаете, у, у нас последние годы так получается, что все время весной как бы коррекция, да, то есть вот. просто так получается, что летом, да, вот, наиболее да. привлекательные Если мы, конечно, возьмем там, скажем, всю историю нашего рынка, это будет там абсолютно не так, но вот здесь как-то вот в этом плане все годы похожи, uh -huh. поэтому может получается лето. Да нет, я не думаю, что это лето, меньшая активность. То есть Меньшая активность она просто говорит о том, что если вы там работаете краткосрочно, среднесрочно, у вас там меньше возможностей там для, да. ну менее активно будете работать, чтобы цена не движется просто не так активно будет двигаться цена. Совершенно mm -hmm. верно. Ну, на мой взгляд, вот и все. Да, опять-таки, мы говорим о том, что если будет что-то там сильное и глобальное, то мы и летом на это все там замечательно среагируем, там как в ту, так в другую сторону. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. вот, нет. Так что лето это скорее совпадение. <laughs> так, вот. Статистическое совпадение. Дима, еще один вопрос. Буквально несколько минут у нас осталось еще. А, что касается Газпрома, ну и в целом сектора, да, вот это наше все. Оно а, об этом мы говорили, несмотря на относительно стабильные цены, на нефть, все-таки позитивной динамикой не радует, да? Как ты видишь это в ближайшее время? Изменится что-то? Ну, в общем, -то сказать сложно достаточно. Угу. С точки зрения фундаментальной, безусловно, компания торгуется на низких коэффициентах и, в общем-то, становится с каждым месяцем все привлекательнее и привлекательнее. <laughs> вот. И а, дешевле, ну, безусловно, дешевле. Безусловно, если смотреть по фундаментальным показателям. Угу. Ну, конечно, инвесторов пугает то, что называется сланцевая революция, uh -huh. то, что называется угроза сокращения доли «Газпрома» в европейском поставках. Uh -huh. То есть все эти угрозы присутствуют, пока, в общем-то, инвестору не получится какого-то четкого понимания, как со всем этим «Газпром» будет справляться, достаточно сложно сказать. Uh, собственно вот о перспективах и скажем так обратной динамике uh -huh. то есть как в, мы последние годы в общем то видели нисходящую динамику по бумагам uh, компании uh -huh. хотя фундаментально безусловно она смотрится достаточно хорошо достаточно привлекательно да леша вот Газпром 116 рублей уже стоит это нормально знаете на мой взгляд сейчас все в общем инвесторы делятся на две категории uh -huh. первые которые верят в Газпром вторые которые нет я скорее к вторым отношусь да. Но если бы, скажем, была возможность купить какой-нибудь длинный опцион, например, на «Газпром», там, годичный, я бы купил. Угу. Но поскольку наш рынок деривативов не так То сильно... То есть, радует... смотри, ты, в принципе, да, после, против «Газпрома» ничего не имеешь, против, но... А, да, ты, в принципе, против «Газпрома» ничего не имеешь, но традиционный инструмент тебя да, не очень бы устроил. Нет, вот ну я к тому, что? просто, скажем так, конечно, много стоит дешево, поэтому если будет какое-то сильное движение на рынке, ее, наверное, куда-то там вынесут. Причем не факт, что даже выше рынка. Вот. Поэтому, ну, скажем там, на годовом горизонте это там можно, да, там ожидать, что-таки все -таки будет какой-то всплеск на рынке вверх. Ну, собственно говоря, когда вы покупаете опцион, у вас просто понятная сразу себестоимость, ну, грубо говоря, да. Все, там, купили, забыли, там, Сработало, угу. сработало. Ну, скажем, просто. А просто держать бумагу в портфеле как-то мне честно говоря, вот не хочется. Угу. Да. Держать на что-то надеяться. Да, ну это и отвлечение средств и так далее. Не знаю. Ну, здесь, как бы, здесь есть полярной точки зрения, это вопрос, да. То есть, я как бы думаю, что в долгостройке она выстрелит Смотри, конечно. вот ты... Но <къех> когда это случится, мне сказать сложно. Ну, нет, это понятно, мы никогда этого не можем знать. Ты, кстати, интересно очень рассказывал о том, что есть два типа инвесторов, которые верят в «Газпром», которые не верят в «Газпром». Ну, второй тип инвесторов ты представляешь и аргументы, вот Дима тоже аргументы изложил. Вижу в зеркалах, одобряюсь. Да-да-да, и фундаментально, и, собственно, слабость бумаги, она как бы очевидна. А вот те люди, которые верят в Газпром, они на что? Ну вот как раз на то, что дешево, ну понимаете, там просто... лидер там российского рынка, грубо говоря, пи там два и так далее, угу. да, то есть, ну конечно, это, там... То есть рано или поздно, вот такая просто, да, Такие... логика. Рано или поздно. Хорошие, да, там, ну даже не в хорошие, там в средние времена бумаги с такими мультипликаторами там в пятых шлонах было не найти, понимаете? А тут, <свят> вот, тут, оно, да, тут вот оно, тут как бы... Наше все, да, дали. все понятно, что, не знаю, там переходит, например, Газпром там на выплату по МСФО, не по РСБУ, там, хобби, ведет 10%. И ну, вот как оно. Бы, ну, как бы, Газпром там взведен на доходность 10%, или, я не знаю, там, какой-нибудь, там, Татнефть-Прифа, это же разные бумаги, разная ликвидность, that's, that's... понятно, что здесь, как бы, есть возможности, но, например, пока вот Газпром этого делать не готов, они проводили совещание, кстати, по uh -huh. поводу того, как поднять капитализацию, ничего толком не было принято кроме как вот это самое, список один включить, ну, вот, может, какие-то пенсионные фонды наберут. Я понял. Ну, ладно, поживем, увидим. Спасибо огромное. Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынка в дома открытия. Дмитрий Беденков, начальник клинического отдела, сегодня компании «Русинвест». Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всего хорошего. До завтра.